В США сразу два крупных морских порта остановили свою работу. Это произошло из-за того, что более 1000 рабочих грузовых терминалов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси неожиданно покинули свои рабочие места. Назвать причину инцидента, так же, как и объявить произошедшее забастовкой, руководство гавани не может. Для проведения акции необходимо разрешение, а его никто не запрашивал, заявил один из руководителей транспортного узла. Как сообщают местные СМИ, на время инцидента зашедшим в порты кораблям не разрешено проводить разгрузку.